Наемник, наверное. Где же я его видел? Хочу! Он там! Взять его! Новые шахты, мои цены рухнули! Скидки, скидки, скидки всем! Мочу! Он там! Взять его! Помогите! Он... Бегите! Что? Должно быть, это братство. Это они стоят за всеми недавними... Возможно, это... Ладжу! Там, там! О, боже! Простите меня! Я немедленно уйду с дороги! Нужно уходить! Это без меня! Престо! Убийца! Ой, нет, беги! Это без меня! Убийца! Не трогай! Я никогда не видел! Не трогай меня! Что за глупость? Я хороший человек! Не убивайте меня! Держи себя в руках. Анимай! Это без меня! Такой, как все остальные! Прошу, не убивайте меня! Убивайте всех нас! Грация, Домеро! Не упасть в обморок! Тебя! Пожалуйста, пожалуйста, отпусти меня! Добрый день! Храни тебя, Бог! Пожалуйста! Беги, беги! Я пойду! Бежать! Убей! Да понимаешь! Кругом убей! Всем членам Арта Делла Седа! Что я наделал? Простите, мне нужно идти. Нельзя заделать все! Последнее! Оказалось плохого качества! Внимание! В течение следующих двух недель в полях к северо-западу от города будет стоять отряд наемников! Джованни Аудиторе! Вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене! Чем вы можете доказать свою невиновность? Документами, которые были доставлены вчера тебе. Я ничего не знаю об этих документах. Он лжет. Надо подобраться ближе. В отсутствие каких-либо убедительных доказательств обратного, я вынужден признать вас виновным. Вы и ваши сообщники приговариваетесь к смерти. Это ты, изменник, Уберто. Я один из них. Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьем тебя. Клянусь, мы... Отец! Эй,
Хватайте мальчишку! Он один из них! Ты поплатишься за это! Стража! Взять его! Об от этого! Беги отсюда, парень! Поскорее! Он здесь! Главная надежда. Ваше благодеяние. Окружайте его. Закончим это по-быстрому. Теперь-то не У меня к тебе небольшая просьба. В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка отметила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сиянием. Найди их. Мессер Эцио, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной, вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет, нас могут увидеть вместе, это слишком опасно. Скажи, где они, я приду туда сам. В доме моей сестры, к северу от собора. Я иду туда. Yeah.
Камбио предупреждает: не имейте дела с Бестиволио из Болонии. Запрет будет снят только после того, как Бестиволио вернут долг уважаемому члену гильдии. Он сошел с ума? Как ты думаешь, откуда? Какая необычайная дерзость. Он сошел с ума? Ну и... Он кого-нибудь убьет. Скорее всего, самого себя. Боюсь, это не тот дом. Нет. Нет, это он. Рада познакомиться с тобой, месье Реццо. Анетта хорошего мнения о тебе. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, дона... Ти прего. Зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты, должно быть, устал. Может, приляжешь? Нет, грация. Я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберто Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить. Но Гонфолоньер опасный противник. А ты не убийца, Эдсо. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем.